Пошли. Только у меня баблом беда. Пошли, чё? Отдельный стрим с ним. Да. Еще сказать ему, что он попал на стрим, так там все вообще нам. Тапчик, ты правильно делаешь. Готов. На глаза хватит, ну все. Все окей. Давай, давай. Все, договорились. Пипетку на глаза, бояры. Опять, мы опять спать начали. Вот поэтому я не люблю быть в топе. Вообще не люблю. Таких вот ребят. Вон они, видишь, стоят тут, перестреливаются. Тут не маялся там. Поддается, что-то стоит. Пеливый. Так, а здесь же у меня был. А, вон, дом построен. А я тут стоял дом. Я говорю, что у меня был здесь. Здесь вот был. Не было. ПВ-2 вылезет. Порвись, такой потешный парень вообще. На глаза, говорит. Да, говорит, капаем. Три 67-х. Всех, всех, короче, поубивал я 67-х. А что тут было вообще? Ты хорошо придумал. Это была отличная идея. Рядом со мной стоит ПТ. По идее, мы можем еще заточить. Аси. Как он так ПВ-2 обогнал?
дерево, сломай вот это. Стреляй! Давай. Давай. Я разве против, что ли? Как креативным директором. Когда начнем креативить? А я попал. 57-й. Вот. Еще раз. Арта прямо вот здесь по прямой стоит. Я боюсь КВ-2, поэтому не выкатываю туда. Я КВ-2 мог уже и вернуться давным-давно. Где-то тут она. Что там с ХП? Его нету практически. Давай. Чё, давай? Я сзади заеду. 6 минут, есть еще время. Делать там не могу. О боже, базу бери. Да нет, это базу не вариант. Сейчас все сделаем. Пока он светит, то это нормально. Он не... Ишь, попасть даже не мог. Снова ПТ режим. Этот сам. Смотрим, может до сих пор там же стоит. Если не стоит, стал на захват. Успеваю я захватить. Так что. Точно там же он. Это легкий фраг. Это легкий фраг.
Вообще жесть. На арте 8 фрагов. Так, что у нас? Редли. Вторая степень, основной калибр, воин. Так всегда играть. 2000. 2000.